Вот. Подожди, сейчас, сейчас. Я прям, я формер. Вот. Да что тебе надо? Мне нужно вам кое-что сказать. Валяй. Меня Вертиго позвал в свою команду. Что вы об этом думаете? Знаете, ход, конечно, интересный. Я, наверное, я не против. Но этот, этот потлатый наркоман очень много себе возомнил в последнее время. Он решил, что он там титул не может защищать, хочет, не хочет. Поэтому, знаешь, если он будет выкидывать очередную какую-нибудь штуку, ты знаешь, что с ним надо делать. Серьезно, мальчик, ой, серьезно. И это, тренировка не закончилась. Поднимай. Господи, сегодня просто жрать. Лео форме, давай, давай, давай. Тим, чё пришёл? Да, ко мне тут Вертиго приходил, футболочки дарил, просил, чтобы я за него в команде выступил. И я вроде как ему пообещал, что я к тебе подойду и спрошу босса, можно ли я выступлю с Вертиго в одной команде. А, ну если. Скажи нет. Чё говоришь? Скажи нет, я не хочу выступать с ним в команде. А, ну ладно, если... Не хочешь, я тогда против того, что ты выступал в команде Вертиго. О, спасибо, босс, если ты против, тогда я не буду. Ну, давай, дружище. Так? А спроси, что хочу. Ну ладно, чего же ты хочешь, дружище? Я хочу матч за главный титул. Камон, бро, мы с тобой, 2014 год, друг, надежда Америки, американская мечта. Я хотел, чтобы ты с лопаткой за пояса командный дрался там. Ну, слушай, успеется, это еще успеется. Давай за главный, американская мечта, проект Манхэттен, мы с тобой на этом ринге бок о бок, как братья, советую. Ладно, ладно, будет у тебя матч. Но он будет по особенным правилам. Он будет с круговым отцеплением. Идет? Ну, такое. Хорошо, это будет специальное круговое отцепление, и оно тебе понравится. Обещаю. А, твою мать! Вот он мой Лео! Вот он мой братан! Да, да. Давай, тренируйся! Давай! Ты пчела! Я пчела! Ты зверь!